Всем привет, гости и подписчики моего канала. Сегодня мы будем подкладывать яйца под индоутку и выясним, сколько же яиц можно подкладывать под индоутку, когда она будет насиживать утят. У меня индоутка нанесла мало яиц, и я ей решил немного еще прикупить яиц в другом хозяйстве и подложить. Вот эти вот яйца, которые я купил, надеюсь, там будет выведутся два селезня, и я их оставлю на племя для новой крови. Потому что я в следующем году хочу увеличить поголовье, и нужны будут селезни. Хочу, чтобы селезни были выращенные дома. Сейчас я вам покажу гнездо. Вот оно здесь. Здесь темный уголок. Вот как вы видите, здесь уже она начала все выстилать пухом. И закрыла все яйца. Вот. Здесь яйца лежат. У меня тут еще 7 яиц. В общем, сейчас мы их будем подкладывать. Вот они. Раз. Там всего 9 было. Сейчас 10, 11. 12, 13, 14, 15 и 16 штук. Под индоутку можно подкладывать от 17 до 19 яиц, смотря какого возраста и габаритов утка. Если у вас уточка достаточно большая, то можно иногда подкладывать и 21 яйцо. Если у вас, например, яиц очень много, а индоуток сидят мало, можно и до 21. Но если бы у меня было бы еще яйца, то я бы подклал. У меня 3 яйца украли вороны. Я уже про это выкладывал видео. Сейчас, а так бы у меня было бы 19. И, скорее всего, она еще полностью не села. И думаю, что она нанесет либо еще одно, либо еще 2 яйца. В общем, вот столько яиц ей подклали. Сейчас обратно вот закроем вот с этой штукой гнездо вот так. Поставлю, чтобы здесь был затемненный уголок. И яйца вот так вот тихонько закроем, как они и лежали. После того, как она полностью сядет, я вам обязательно сниму видео. А сейчас покажу уточку, которая хочет съесть. Вот она уже хочет обратно заходить. Вот эта вот уточка. Сейчас мы ее пропустим, пускай она пройдет. Она уже... у нее уже линька прошла. Она уже почти полностью переоперилась. Вот тут утки. Им когда будет 2 месяца, мы их будем взвешивать на камеру. А вот эти вот индоутки зимние, им сейчас 4,5 месяца. Надеюсь, они скоро занесутся, примерно в 5 месяцев. Тогда я их запущу к селезню. Вот уточка немного погуляет она и сядет. На этом у меня видео подходит к концу. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Вот она отправляет.